161. Димитрова 161. Более 300 звонков за сутки. Именно столько обращений поступает в обычный день на телефон единой диспетчерской службы. Во время снегопада и морозов ЕДДС поступает до 1000 звонков в день. Как это было на выходных, когда произошли две крупные коммунальные аварии. Из-за порыва на теплосетях на улице Горно-Алтайской без тепла остались 52 дома. А из-за повреждений клапана на теплотрассе на улице Глушкова лишились отопления еще 49 домов. Жилые дома, детские сады, школы и медучреждения оперативно вернулись тепло и горячая вода. После получения сообщения от либо гражданина, либо дежурного диспетчерского службы, эта информация поступает в администрацию города, в администрацию районов, в дежурно-диспетчерские службы Барнаульского, допустим, тепловой сети, либо Барнаульского водоканала. Когда диспетчеры довели информацию до водоканала, газовиков, энергетиков и других служб, оперативно высылают аварийные бригады. Также в ЕДДС отчитываются о завершенных ремонтных работах. Вы знаете, что они занимают у нас всегда первые места, наша городская дежурно-диспетчерская служба. Поэтому она работает оперативно, слаженно и оказывает большую помощь нашим горожанам. С началом снегопадов экстренная служба ведет наблюдение за работой снегоуборочной техники на улицах города. Дорожная техника контролируется с помощью системы ГЛОНАСС. Только сегодня утром здесь на контроле около 20 аварий. Диспетчеры напоминают, что в экстренной ситуации при порывах, пожарах, авариях необходимо звонить по номеру 112. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.